Саламатсызбы, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я начинаю свой прямой эфир. Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня в прямом эфире я хотел бы обсудить о приговоре так называемым джихадистам, которые сегодня озвучила власть. Сторонникам ДВК дали по 8,7 лет, их трое человек. Я хотел бы озвучить, какие шаги мы должны делать и будем делать. Понятно, что многие, наверное, думают, какие действия мы можем сделать, чтобы добиться освобождения этих ребят, наших сторонников. Я хочу сегодня более-менее подробно это озвучить, объяснить, как мы будем действовать. Также озвучить свое понимание, что произойдет в будущем году, в первом квартале. А именно, будут досрочные выборы президента Казахстана, и Нурсултан Назарбаев будет стараться, чтобы президентом страны стала Дарига Назарбаева. Это действительно его последний Новый год, последняя его новогодняя речь, и мы должны среагировать на все его планы в будущем году. И я хотел бы озвучить, почему так Ахарда будет двигаться. Также я хотел бы озвучить, как в результате этих выборов нарушаются права наших граждан, когда нарушено системное право избирать и быть избранным, независимо от того, являешься ли ты членом партии или не являешься членом какой-то партии. Это фундаментальное право человека быть избранным и избираться. Хотел бы озвучить, какие последствия будут по результатам таких выборов, если Назарбаев попытается провести свои планы. Рассказать, каким образом работают резолюции и те или иные решения международных организаций, которые выносятся в адрес Казахстана. Ну и в конце, собственно, я хотел бы озвучить, сказать ряд слов о новогодней акции ДВК, обсудить организационные вопросы. Итак, сегодня казахские суды вынесли Алмату 8 лет, Кенжебеку 7 лет, Умырову 8 лет. Вы знаете, наверное, об этом деле. Дело совершенно сфабриковано, придумано. Якобы была группа активистов, якобы они были теми сторонниками ДВК, которые хотели совершать какие-то вооруженные действия против действующей власти. Ну, по сути, как обычно власть говорит, хотели свергнуть конституционный строй. Были сделаны подложные видео, подложные обращения. И цель была сделать так, что ДВК представить уже не просто экстремистской организацией, а террористической. И что якобы эти ребята действовали по указанию и по команде Аблязова. И, собственно, они таким образом хотели добиться, что вот есть свидетели, вот и таким образом объявить ДВК еще террористической организацией. Они добивались, чтобы ребята пошли на самооговор, чтобы они озвучили, что это действительно террористическая организация, что вот они действовали по команде Мухтара Блязова, и надо отдать должное ребятам, они не пошли на это. Они сделали ряд своих заявлений, они сказали, что думают о будущем страны. Они не хотят, чтобы их сдача власти привела к тому, чтобы было сопротивление подавлено, сопротивление тех, кто не хочет, чтобы этот режим дальше продолжал находиться в стране, руководить страной, продолжал грабить страну. Именно они, я считаю, сделали очень сильный для себя выбор, определились и сказали: «Нет, мы не будем самооговаривать, мы не будем получать условные сроки». А вы знаете, когда кто-то, которых обвиняет власть, начинает говорить, что да, мы раскаялись, и во всем виноват Мухтар Аблязов, в этом случае обычно дают условный срок, людей отпускают на свободу, и в сторону нашей политической организации «Демократический выбор Казахстана» вешают очередное клеймо и таким образом пытаются запугать наш народ. Ну, очевидно, что, наверное, следует ответить на вопрос: – а для чего эта власть делала? Для чего вообще придумала это дело джихадистов? И зачем эта власть дала такие суровые приговоры
нашим сторонникам. На самом деле все очень просто. Власть даже тех людей, которые не успели ничего серьезного сделать, я имею в виду с точки зрения сопротивления режиму, только, собственно, заявили свою позицию о демократическом выборе Казахстана, как, собственно, получилось с Асетом Абишевым, который участвовал в тех или иных акциях демократических выборов Казахстана, но не успел себя проявить как один из руководителей, серьезных руководителей демократических выборов Казахстана, как он был задержан и фактически осужден за то, что просто поддерживал демократический выбор Казахстана. Цель таких операций – придумывание вот таких искусственных уголовных дел для того, чтобы запугать сотни тысяч предполагаемых будущих наших сторонников, чтобы они не выходили на митинги, не выходили на различные акции протеста и молчали, не требовали ничего, чтобы это все, в конечном счете, привело к тому, чтобы режим мог десятками лет продолжать свою воровскую политику, которую сейчас проводит Нурсултан Назарбаев. И вот, собственно, ребята ясно и просто продемонстрировали, что они не будут оговаривать себя, не будут говорить, что ДВК – это террористическая организация, не будут говорить и повторять вранье власти о том, что якобы Мухтар Аблязов им давал указание организовывать террористическую организацию. Это очень мужественный шаг был сделан с их стороны. Мы должны не просто приветствовать наших героев, но и поддержать их самым разным способом, которым мы в состоянии это сейчас сделать. Наши сторонники не пошли на оговор. Это было сделано не только ради Аблязова или ради кого-то еще, себя. Он в первую очередь сделал это для всех нас, для всей страны и, конечно же, для организации «Демократический выбор Казахстана», чтобы не сделать их руками нашу организацию террористическую, во-первых, во-вторых, чтобы продемонстрировать, что они не боятся, готовы сопротивляться, и таким образом они дали пример другим. И я, безусловно, знаю и уверен, что они понимают, что им какое-то время придется провести в тюрьме, но ради того, чтобы наша страна в конце концов изменилась, ради будущего нашей страны, своих детей, эти ребята сделали свой выбор и стояли, не пошли на сговор с этой мафиозной властью. Эти ребята признаны политическими узниками. Они боролись буквально с первого дня. Вы видели, как они себе резали руки, как они объявляли голодовки. Они прошли достаточно очень сложный период, пока находились в тюрьме и проходил судебный процесс. И мы должны и будем бороться за них до конца. Уважаемые друзья, на странице волонтера Самат Узаков есть пост, где мы собираем пожелания, комментарии для Алматы Кенжебека. Я прошу написать свои теплые слова, поддержите их, им сейчас непросто, им очень трудно. Их адвокаты смогут распечатать ваши комментарии и передать им. Также на Самате Узаковой опубликованы счета, на которые можно передать материальную помощь Самата семьям Алматы и Кенжебека. И мы просим вас оказать посильную помощь. Мы знаем, что вы очень хорошо помогали сейчас нашим другим сторонникам, политическим заключенным, всех тех, кого преследует власть, и мы должны материально поддержать семьи Алматы и Кенжебека. Теперь о наших действиях. Что мы должны делать, чтобы помочь ребятам? Да, конечно, материальная помощь, безусловно, мы должны помочь. Мы должны морально помочь. Мы должны, если есть возможность, поддержать морально, писать письма ребятам. И они должны быть уверены, что их семьи не брошены и их никто не забыл. Я сам сидел именно в казахских тюрьмах и знаю, как это важно получать слова поддержки. Любое выражение солидарности, любая форма поддержки семей, она укрепляет тех, кто находится в заключении, дает силы и надежду и усиливает возможность сопротивления, даже находясь в тюрьме. Поэтому, уважаемые друзья, это очень важно им помочь в самой разной форме, которую вы в состоянии сделать. Если принципиально говорить, каким образом помочь, то их свобода – это свобода нашей страны. Это эквивалент абсолютно. Дело в том, что
эта власть не будет их просто так выпускать. Вы знаете, что если кого-то объявляют террористом, то добиться, чтобы выйти на условно-досрочное даже освобождение, это нереально. Да и, собственно, ну что, через... Они должны отсидеть половину срока для того, чтобы выйти на условно-досрочное, или две трети. Мы же не ориентируемся на такой срок. Мы же не собираемся ждать 7-8 лет, чтобы этот режим продолжал находиться у власти. Мы сейчас должны говорить о другом. Мы должны говорить, как мы можем добиться в целом освобождения страны от режима Нурсултана Назарбаева и как можно сделать это в кратчайшие сроки. Я вчера выступал в прямом эфире и озвучивал, что 2018 год – это последний год Нурсултана Назарбаева. И 2019 год, он будет ключевой. Он ключевой, потому что именно в 2019 году произойдут кардинальные изменения в структуре политической власти нашей страны. И мы должны среагировать. Мы должны среагировать, чтобы эти кардинальные изменения произошли именно такие, которые мы ожидаем, добиваемся, объединяемся, создали этот чат, создали демократический выбор Казахстана, политическую организацию. Практически каждый день мы здесь в эфире обсуждаем наши будущие действия, мы действуем, и мы должны сказать свое слово, добиться того, чтобы в 2019 году этот режим окончательно потерял власть. Что нужно для того, чтобы освободить ребят, освободить наше общество от режима Нурсултана Назарбаева? Я еще раз повторяю, нужно объединение общества, нужна консолидация всех сил, которые являются противниками этого режима. И сейчас, к сожалению, существует одна единственная политическая организация, вокруг которого мы можем объединиться. Это общественное движение «Демократический выбор Казахстана». Мы создали площадки для объединения. Это нынешний чат «Активист ДВК», это региональные чаты, это штаб «Демократического выбора Казахстана», где сидят специальные наши люди, которые поддерживают с вами контакт. С Нового года штаб будет усилен, работа его будет усилена. Там сейчас пришли еще дополнительно новые силы. Мы будем усиливать работу админов наших чатов. Тоже попросим новую команду, чтобы тоже влились, помогли нам в работе чата. То есть мы создали площадку там, где мы можем все объединиться, действительно объединиться вокруг политической организации «Демократический выбор Казахстана». В стране нет никаких возможностей легально и открыто работать как политическая организация, именно как происходит в демократических странах. Вы знаете, что в демократических странах существуют разные формы создания политических организаций, как общественных объединений, так и партий различных неправительственных организаций. В нашей же стране профсоюзы фактически запрещены, они существуют на бумаге. Существующие профсоюзы, они все находятся под контролем власти. Политические партии, их 6 партий, тех самые, которые сейчас существуют, они все провластные или под контролем власти. Вот мне все время говорят про партию ОСДП. Это партия под контролем власти. И в нашей стране не существует свободных партий от власти. Они все под контролем и зависимы от власти. Все партии провластные. Мне часто пишут, говорят, давайте мы создадим партию. Ребята, не будьте наивными, эта власть никого не регистрирует. Регистрирует только провластные партии. Все те, кто именно вместе с Нурсултаном Назарбаевым разделяет его политику, именно они могут работать в легальном поле, а все те, кто против этого режима, против воровства, такие партии никогда не будут зарегистрированы. Ни общественные объединения, ни партии, ни у кого не должно быть иллюзии. А если вдруг по каким-то причинам партия была зарегистрирована, то очень быстро эта партия ликвидируется. Я сам это много раз проходил, поэтому ни у кого не должно быть иллюзий. Существующие партии все провластные, не обманывайтесь. Существующие политические организации в виде общественных объединений, которых регистрирует власть, они все провластные. Нет ни одной общественной политической организации, нет ни одной партии, которая бы не была с властью. Они все являются участниками, игроками этого коррумпированного режима. И только объединенные силы под руководством демократических выборов Казахстана способны изменить ситуацию в стране. Именно мы, как в Армении,
как Грузии. Если сумеем объединить десятки тысяч людей под эгидой именно демократического выбора Казахстана, именно мы сможем добиться перемен. Мне продолжают писать разные люди, я не знаю, они провокаторы или просто заблуждающиеся, которые говорят, что только силой, вооруженным путем можно сменить эту власть. Я еще раз повторяю еще раз, мы будем добиваться мирной смены власти, мы будем добиваться объединение наших граждан, консолидации общества, и мы сможем этого добиться. Этого добились грузины, этого добились армяне, этого добивались в свое время, в 2004 году, украинцы. И мы тоже этого добьемся. Мы такие же люди, как любые другие граждане соседних стран. Я знаю, многие тут впадают в пессимизм, говорят, что казахи не такие и так далее. Я по этому поводу еще раз говорю. Казахи такие же люди, у них нет хвоста. Они такие же руками и ногами, и мы также можем объединиться и сломать этот режим, сломать мирным путем, добиться, чтобы эта власть добровольно ушла и покинула посты. И мы добьемся, чтобы Нурсултан Назарбаев был сменен мирным путем в результате выхода на улицы десятков и сотен тысяч людей, как это произошло в Армении. Мы сможем этого добиться. Поэтому свобода ребят, которых объявили джихадистами, свобода многих наших политических заключенных, таких политических заключенных, как Мухтар Джакишев, Макс Талгат Вышел, Макс Бакаев, Арон Атабек и очень много других политических заключенных, которые занимались просто бизнесом, как Искандер Еримбетов. И таких людей очень много. Имена многих мы даже не знаем. Они все выйдут тогда, когда мы освободимся от этого режима. И мы должны этого сделать в ближайшем будущем году. Теперь я хотел бы уже погрузиться в детали. Дело в том, что Нурсултан Назарбаев в первом квартале следующего года будет проводить досрочные президентские выборы. Чтобы было понимание, каким образом будут проходить выборы. Дело в том, что Нурсултан Назарбаев внес поправки в законы страны, которые говорят о том, что на выборах президенты могут участвовать только представители партии зарегистрированных. То есть только партии могут выдвигать своих кандидатов на президентские выборы. Только партии. Раньше были самовыдвиженцы. Любой человек мог себя выдвинуть на выборы в президенты, выполнить требования избирательной комиссии и участвовать в выборах. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас кандидат президента может быть только тот, кого выдвинут партия, официально зарегистрированная, во-первых. Во-вторых, у него должен быть стаж. Не менее 5 лет этот человек должен был проработать в органах государственной власти. Когда кто-то считает, что вдруг вот может выдвинуться в кандидаты в президенты, быть независимым выдвиженцем, то вы должны знать, что Назарбаев такое право у всех граждан страны отобрал. Вообще это конституционное право, оно универсальное. Когда человек избирает, он автоматически должен иметь право быть избранным. И вот Назарбаев в очередной раз нарушил международное право. Это мы тоже вокруг этого пункта будем бороться. Дело в том, что во всех странах мира, во всех конвенциях, которые подписал Назарбаев, достаточно ясно говорится о правах граждан, в том числе избирать и быть избранными. Сейчас получается, что кандидат в президенты может быть только тот, кто выдвигается от партии, а партии все в нашей стране находятся под властью. Получается, что кандидат будет выдвигаться только Нурсултаном Назарбаевым. Это первое. Второе. Кандидат должен отработать не менее 5 лет внутри страны, то есть на государственной службе. Опять же, кто смог и сможет проработать 5 лет в этой воровской системе? Это государственной, так называемой государственной системе. Только те, кто лоялен Нурсултану Назарбаеву, только те, кто имеет прямое отношение к этой власти, являются подельниками власти. И ясно, что все те, кто проработал 5 лет при этой власти, внутри этой власти, не будет бороться, не будет критиковать этот режим. То есть, таким образом, фактически Назарбаев нарушил фундаментальное право избираться и быть избранным. Избирать и быть избранным,
фундаментальное конституционное право любого человека. Он его нарушил. Вот, собственно, теперь, чтобы не было иллюзии, что кто-то может независимо пойти на выборы. Не может. Будут только кандидаты от Нурсултана Назарбаева. То же самое сделано на уровне маслихатов. Местные маслихаты могут попадать только представители партии. Под видом того, что Казахстан строит партийное государство, партийное строительство осуществляет такое, когда партии будут выдвигать своих кандидатов, и представители этих кандидатов могут участвовать, например, в местных маслихатах. Также именно партии могут выдвигать своих представителей в парламент, мажилис. Получается, используя вот такую модель и используя то, что партии не могут быть зарегистрированы, те, которые против власти, но Нурсултан Назарбаев фактически юридически узурпировал власть, захватил все под свой контроль. Поэтому на выборах президенты будут участвовать, чтобы вы ясно понимали, только подставные представители Нурсултана Назарбаева. Не будет ни одного человека, который мог бы сказать: «Я самовыдвиженец, самовыдвиженцы запрещены, я противник власти». Это нереально, потому что на выборы пойдут только представители партии. А партии все Нурсултана Назарбаева под видом разных названий, как Ак-Жол или КНПК, якобы коммунистов. Эти все партии под контролем Нурсултана Назарбаева. Это его отдел партии Нур-Отан. У меня здесь спрашивают, вопрос, по сути, повторяющий. Спрашивают по поводу форума «Жаңа Казахстан». Я вам говорю, что «Жаңа Казахстан», например, предложил Нурсултан Назарбаев возглавить борьбу за вывоз капиталов, борьбу против коррупции. Что за независимая такая организация, которую Нурсултан Назарбаев ставит во главе тех или иных проектов и программ? Это подставная структура власти. Я еще раз хочу повторять, «Жаңа Казахстан», ОСДП, все, что есть в стране, которые заявляются, что они якобы конструктивные оппозиции и так далее, их нет. Они все ставленники Нурсултана Назарбаева, они играют его игры. И поэтому, ребята, не живите иллюзиями, не задавайте мне вопросы: «Жаңа Казахстан», «Ескі Казахстан», «Орта Казахстан», еще что-нибудь. Все эти организации, которые будут, которые зарегистрированы будут в стране, которые могут открыто действовать внутри страны, они все работают на эту власть под видом, что якобы они независимые, оппозиционные и так далее. Таких организаций нет. Единственная организация, которая четко выражает свою позицию, четко объявила, что будет бороться за власть, и бороться за власть будет против Нурсултана Назарбаева, ломать этот режим, именно ломать, объединяя людей. Мы миллионы людей собираемся выставить против режима, чтобы они автоматически пали. И все те полицейские, которые защищают режим, просто перейдут на нашу сторону. И мы без единого выстрела возьмем власть в стране и добьемся, чтобы страна была построена новая, демократическая. И нет больше ни одной силы, которая в состоянии была это сделать. Все остальные силы, к сожалению, это марионеточные, они подставные структуры Нурсултана Назарбаева. Итак, вы понимаете, что фундаментальные права человека, права граждан избирать и быть избранным, они нарушены Ак-Ордой. Это большой изъян, это пункт очень серьезный, нарушающий различные международные конвенции, и мы будем в этом направлении работать, оказывать международное влияние и давление на существующий режим. Фактически, можно сразу говорить, что эти выборы будут нелегитимны с точки зрения международного права. Я хотел бы здесь объяснить, каким образом работают те или иные международные организации, как работают те или иные резолюции, решения, декларации, которые выносят в адрес Казахстана, например, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН, ОБСЕ или Европарламент, например. Вы знаете, что именно в результате наших действий политическая жизнь в стране очень сильно активизировалась. Наши сторонники выходили на митинги 10 мая, на различные акции 21-22 марта, 4 апреля, 21-22 апреля, 23 июня, 6 июля, на акции, которые мы недавно призвали наших сторонников, это в День независимости 16 декабря. То есть именно нашими усилиями политическая жизнь в стране резко активизировалась. Активизировалось именно действие сторонников демократических выборов Казахстана, сторонников
всех тех, которые считают, что этот режим должен уйти. И власть должна быть передана представителям демократической выборы Казахстана. Все это привело к тому, что усилился международный интерес к самому Казахстану. Казахстан подписал множество различных договоров и конвенций, которые гарантируют гражданам права и свободы, гарантируют свободу средств массовой информации, гарантируют свободу политическую, создание партии, организации партии, гарантирует возможность выдвигаться на высшие государственные посты, а именно на должность президента. Так вот, собственно, Казахстан непрерывно нарушает все эти международные конвенции, и это привело к тому, что, начиная с 10 мая, Казахстан постоянно стали посещать международные миссии. В первую очередь, это миссии Европейского парламента. Были депутаты различных стран, Швейцарии, Польши, Италии и других еще стран, приезжали, чтобы изучить, действительно, выполняет ли Казахстан подписанные международные договора и различные конвенции. Представитель нашей власти, конечно же, заверяет, что есть отдельные недостатки. Да, вот здесь мы чуть-чуть вот немножко не так сделали. Вот здесь люди вышли на митинг, но они разрешения не получили. Да, у нас такое местное законодательство, но мы же не сопротивляемся. Пусть выходят, получают разрешение. Но при этом эти разрешения никто еще ни разу не смог получить. То есть фактически они замазывают глаза международным миссиям, в частности депутатам Европарламента. И если раньше это им как-то более-менее удавалось, то ситуация сейчас кардинально изменилась в связи с активными действиями демократического выбора Казахстана, в связи с тем, что вы, сторонники демократического выбора Казахстана, подали сотни жалоб, где подробно описывали, что ваши права нарушались, и эти действия со стороны власти были неправомерными. Собственно, и в мае, в июне, июле, до самой глубокой осени Казахстан непрерывно посещали международные правозащитные организации. Они были не просто в Астане или в Алматы, они были в разных городах страны. И вы имели возможность с ними встретиться и написать жалобы, рассказать о том, как вы преследуетесь властями Казахстана. Все эти ситуации зафиксированы. Я могу вам уверенно сказать, что последствия для Казахстана, для режима Назарбаева, безусловно, будут. Многие думают, что вот зафиксировал, приехал депутат, сказал Назарбаеву, что он не прав, и сразу Назарбаев построился, как в армии, и все побежало, быстро изменилось. К сожалению, все работает не так, или даже к счастью, я бы так сказал. Каждая страна обладает своим суверенным правом, есть суверенитет, есть независимость. И в этом смысле не получится так, что приехал представитель Еврокомиссии или приехал представитель Европарламента, какой-либо депутат, зафиксировал эти недостатки, ошибки или неправомерные действия, и власть поменялась. Она все свои ошибки исправила. К сожалению, это так не работает. Я хотел бы объяснить, как на самом деле это работает. Дело в том, что у приезжающих миссий, депутатов, правозащитных организаций нет никаких полномочий приказать нашей власти, приказать нашему правительству. У них есть другая возможность. Они анализируют, какие нормы соглашения Казахстан нарушил. Как известно, прописано это в Конституции, в разных законах страны. Международные договора, которые подписала страна, по статусу своему, по значению стоят выше, чем местное законодательство. Таким образом, если Казахстан подписал те или иные договора международной конвенции, то они по своему статусу стоят выше, чем внутренние наши законы, и Казахстан обязан их исполнять. И, собственно, что касается прав и свобод граждан, свободы выбора, свободы СМИ, Казахстан подписал множество международных договоров и конвенций, и они являются прямым обязательством этого режима Нурсултана Назарбаева, чтобы они исполняли подписанные договора. И далее мы собираем все эти факты, вы нам их помогаете сформировать эти факты, обращаемся в соответствующие органы Европарламента, ПАСЕ и других международных организаций и методично показываем, какие нормы соглашения, какие статьи нарушил Казахстан и каким образом в этом случае действует, собственно, эта организация или организации.
Сначала оказывается дипломатическое давление. Дипломатическое давление, в котором все эти факты обобщаются, соединяются. Ну, например, в Европарламенте проводится слушание. Сначала среди какого-то круга депутатов, каких-то фракций, каких-то комитетов. Комитеты разные бывают. Затем все это объединяется, в конце концов происходит слушание вот всех этих фактов и делаются выводы по тому, как страна выполняет эти международные договора или не выполняет. Собственно, в развитии этой позиции выходят разные декларации, заявления, резолюции от представителей Европарламента, от депутатов, для того, чтобы эти решения затем были соответствующим образом оформлены, требуется определенное время. И даже если Европейский парламент, там около 700 депутатов, проголосует за то, что Казахстан не исполняет международные договора, и проголосует за то, чтобы были соответствующие влияния и реакции на руководство Казахстана, это не значит, что Казахстан побежал на следующий день исполнить все эти договора и исправил все нарушения, которые произошли. На первых порах идет дипломатический нажим, идут переговоры с представителями Министерства иностранных дел, с представителями правительства. Указывается на эти недостатки. И если сторона длительное время лжет, сопротивляется, то уже наступает следующая стадия влияния на страну. Влияние существует в разной форме. Но я сейчас хотел бы сказать, что кроме того, что эти договора денонсируются, отменяются, и каким последствиям это приводит, просто упомянуть вам пример России. Когда были России нарушены различные международные договора, в конечном счете, шаг за шагом, это привело к целому циклу различных экономических и политических санкций, и которые сейчас только нарастают, и следующий год для них тоже будет очень тяжелый. Именно для Путина, его окружения и для России. Вы знаете, что Россия нарушила международные договора о границах. В начале 90-х годов Россия, Америка, Англия подписали и Украина подписали договора, в котором в обмен на то, что Украина отказывается от ядерного оружия, Украине гарантировали неприкосновенность границ, гарантировали, что эта страна получит поддержку как от России, так и от других стран. Так вот, Россия фактически захватила Крым, затеяла войну, отрезала восточную часть Донецкую от Украины и нарушила подписанные договора 1994 года, где были даны гарантии Украине, были нарушены договора о незыблемости границ, которые подписала Украина и Россия. То есть множество договоров международных, собственно, сама Россия нарушила. Путин думал, что Россия – это ядерная держава, что он может, что хочет делать. Он забыл о Саддам Хусейне, он забыл о других случаях, как это было в то время так называемой Югославии, когда объединенные силы Европы и США фактически разгромили Милошевича и добились того, чтобы он был арестован. Он все забыл. Он устраивал агрессивные действия с Грузией, думал, что это ему с рук сойдет. Был в Южной Осетии. И, собственно, все это привело к тому, что он почувствовал свою безнаказанность. Поэтому агрессия произошла, собственно, в Украине. Крым был отрезан под эгидой того, что население самоопределилось. Но, как вы знаете, в России любой регион попытается по такой схеме самоопределиться, например, Татарстан или Кавказ, то сразу будут объявлены сепаратистами, и законы самым жестким образом реагирует на такого рода действия. А в случае с Крымом Путин объявил, что якобы народ провел референдум. И вот вы сейчас можете наблюдать, что происходит. Непрерывно идут санкции. Они санкции бьют и по стране, и по конкретным физическим лицам. В следующем году вообще так называемая политическая верхушка вокруг Путина, они не будут возможность даже выезжать за пределы страны. Шаг за шагом произойдет удушение, потому что закон Магнитского в том числе будет уже работать на территории Европы. Уже Совет министров европейский среагировал, они поддержали применение этого закона в Европе. Этот закон позволяет применять санкции
уже не только против страны, но и против физических лиц, которые участвовали в нарушении прав человека, участвовали в пытках, участвовали в поддержке режимов. И в следующем году этот закон будет принят во многих европейских странах. Все это приведет к тому, что произойдет постепенное удушение окружения Путина. Они будут фактически находиться только внутри России, их активы внутри России. Если в каких-то таких странах, не имеющие, скажем, вес политический, возможно, но там и жить невозможно, и работать невозможно. Это Африка, например, или еще какие-то арабские страны. Ясно, что будет мощнейшая изоляция капиталов этих людей, полная конфискация, арест и заморозка счетов. Вот что произошло с ядерной державой, с Россией, в частности, с Путиным. А если говорить о Назарбаеве, где экономика Казахстана является карликовой с точки зрения мировых масштабов, то понятно, что шаг за шагом произойдет удушение и этого режима. Вы должны понимать, что ситуация последние несколько лет кардинально изменилась. Многие из вас могут задать вопрос, а почему раньше этого не происходило? Почему Каддафи наказали, еще кого-то наказали? А почему Назарбаева до сих пор никто не трогает? Я могу вам следующее сказать. Вот недавно вышло решение ООН по Искандеру Еримбетова. При этом казахская сторона оппонировала. Они состязательно участвовали в этом споре, пытались доказать, что Искандера Еримбетова правильно посадили. Но в итоге они проиграли, представители казахстанской стороны. И вот сейчас существует решение ООН, которое требует немедленно освободить Искандера Еримбетова и выплатить, компенсировать все его потери, как финансовые, так и моральные, любые потери. Это вышло решение ООН. Чтобы вы понимали, это решение обязательно для исполнения. Но у ООН нет войск, у ООН нет возможности арестовывать личные счета Нурсултана Назарбаева. Но ООН – это международная организация, в которой присутствуют практически все страны мира. Это очень авторитетная организация. Что будет происходить? Мы также будем поддерживать ребят, например, наших, и добиваться, чтобы их дело в итоге рассмотрел ООН. И мы заранее уже понимаем, что ООН тоже поддержит своими решениями. Безусловно, что скажет, что все эти дела были сфабрикованы, это очевидно, они на поверхности лежат. И против Казахстана будет накоплено множество решений, которых Нурсултан Назарбаев разным путем не исполняет. Такие же решения есть по Мухтару Джакшеву, где требуется его освобождение, по Максу Бакаеву и по другим. И сейчас это сбор вот такой вот, скажем, сбор таких материалов достигнет критической массы. Вот, собственно, как это произойдет. Шаг за шагом все эти решения ООН будут представлены в Европарламент, любые другие международные организации, страны Европейского сообщества, Соединенные Штаты Америки. Шаг за шагом, методично мы будем показывать, что Казахстан не является той страной, которая заявляет о себе как демократической, где работают законы страны, где граждане свободны, где работает судопроизводство, и что Казахстан уважает решения международных судов, выполняет те конвенции, которые подписаны Казахстаном. Мы это четко покажем. И поверьте мне, что шаг за шагом, в течение определенного периода, да, у этого периода может быть период такой год-два, но в любом случае наступит ситуация, когда все международные организации, как ООН, Европарламент, ведущие страны мира, Соединенные Штаты Америки, Германия, Франция, Италия,